Что такое? Опять Серафиры? Слушай, давай завязывай смотреть Пидору. Давно мы, друзья, не касались музыкальных творцов. Не таких, как «Квадрат через квадрат», а настоящих убийц слуховых связок и хорошего настроения на весь день. Так вот, кажется, этот момент настал. Здравствуйте, я на запись на Бедрум. Здравствуйте, а вы записаны? Да. Сейчас я свяжусь с Максимом. Чего? Максим. Что? Тут на Бедрум на запись. Повтори. Короче, сейчас я его впущу. А сегодняшний пациент — это Лола Киш. О, певица. Если вы надеетесь, что она хорошо поет, я вам очень сильно сочувствую. После Сюскиной, Анжелы Лондон и прочих отпрысков сирен, я был уверен, что нет на свете человека, который способен заставить меня сделать подобное. Но я ошибся. И очень сильно ошибся. Мое заблуждение было настолько велико, что вселенная по сравнению с ним очередной... Может быть, выключить? Нет, не надо. Ну, давайте покончим с аллегориями и начнем уничтожать ваши нервные клетки. Ведь это мы можем. К тому же у нас первый клип. Обезьянка. Обезьянка наркоман, наркоман. Блять, выключи эту хуйню. Сука, выключи. Падла, выключи. Блядь, я не могу выключить. Чудесно, не правда ли? Я вообще слабо верю в одержимость, но что-то мне подсказывает, что стоит запастись святой водой до конца программы. Этот лайв специально для моих фанатов. Я Лола Тиш, и это мой сингл «Кондиционер». Сука, выключи, падла. Я агентша ЦРУ. Карие глаза говорят об этом. Сука, если ты сейчас не выключишь, я тебя хуй в жопу вставлю. Полноценный клип идет 6 минут. И было бы абсолютно несправедливо по отношению к вашей психике и будущим детям показывать его целиком. Ну а после, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте большие пальцы вверх, рассказывайте братюням, ретвитьте, репостьте, посылайте бабушке и дедушке. В конце-то концов, ведь всего так много в этом мире. Ну и, конечно же, будьте нормальными. Увидимся. Короче, он к нам не приходил, и мы его никогда не видели, поняла? Ладно, хорошо.